Нормально все? Да. Пиздец, жестко вообще. Деньги, как и любовь, любят тишину. Спасибо, Ирина, за мнение. Что думаете, вы нужно ли что-то выставлять? Или на чем вообще поставить прям четкий запрет? Вот у вас внутренний наверняка есть запрет. Я никогда не выложу фотку, например. Или, быть может, есть люди, у которых, которые далеки от подобного рода предрассудков, спокойно совершенно относятся к своей жизни в социальных сетях, спокойно выкладывают свои фотографии, и это помогло им в карьере. Кто его знает, блин, азилисты, они вообще бешеные люди, с монтировкой выскочат, блин. Поворачивай. Охуеть, блядь! Машка, нам надо посмотреть ситуацию. О, блядь. О, блядь. Так а как они так ёбнулись-то? Чё-то не понял. Все, не едь туда, я боюсь. Живо хоть. Все режется. Как они так ёбнулись-то? Скорую надо срочно. Как позвонить? Звони. 911. Thank you.
повороты. Включил его. Где, блин, собака? Собака здесь, чего? Где? Был то, что им сказали, что вот эти транспондеры появятся, то есть купить этот транспондер. Потом он поедет в этот Мурманск, вот, ну и будет там уже смотреть, надо как бы, получается, сколько там сказал, 3 рубля за что? Километр. 3 рубля километр. По федеральной трассе. Ну, а он по федеральной ездит в Мурманск.
То есть, блин, это сколько, 1500 километров или больше? Полторы. Ну, это вообще дорогое удовольствие, как бы, за километр 3 рубля, чтобы загонять в этот странный Мурманск. А по-любому люди, вот эти вот, да, ну, кто там груз это перевозит, эти диспетчеры. Успел.